краской напачкиваю. Напачкиваю. Единственное, что добавляю, сиреневизны. Желтый любит своего антипода фиолетового. Веерной кистью чуть-чуть наберу зеленую ботву цветка. Его как бы приблизительный зеленый с коричневым, то есть это изумрудный у нас. Его приблизительное место расположения. И даже будет лежать листик мимозы, то есть лист, не цветок. Будет вазон, предполагаю его сделать прозрачным, то есть стеклом. Тоже, видите, веерная кисть отчасти дает похожий на мимозу мотив. И легенький блячок уже дам, чтобы настроение создать. И, наконец, сами кругленькие, красивенькие мимозочки. Ну, взял растопыренную кисть, вы видите, она такая замученная. Вот, в принципе, да, вот таким маканием начинаем наращивать. Очень важно удержаться от шахматной укладки, чтобы они были стихийно уложены. Часть из них останется в тени, часть выйдет на свет. Так, а ну попробую другой растопыркой, другой задрипанной кистью. Примерно то же самое, но все равно буду это чуть мельче.
Так, что это такое? Прошу, друзья, к 8 марта отличная затея. Пишите на здоровье.